загорается голубой огонь. Вторая линия распределительного газопровода в Луговом. 12 километров, которые подведут голубое топливо к 12 улицам, до этого не охваченным газификацией. В ближайшем будущем комфорт придет в 132 дома, а до конца года и в другие поселки, обещают власти. В краевом бюджете заложили на 2021 год порядка 400 миллионов рублей вот именно на выполнение работ на строительство внутри поселкового газопровода. Мария Поздняк, одна из первых, вошла во вторую линию подключения и уже привыкает к газу в доме. Говорит, непривычно удобно после 16 лет с печным отоплением. Утром уедешь, приедешь с работы, дома холодно. Пока натопишь, уже нужно ложиться спать. Утром встаешь, та же самая картина. Вот и получается, мы топили один раз. Будет теплее, надеяться, выгоднее. Уголь и дрова обходились ей в десятки тысяч рублей. Сейчас на правах первопроходца Тальменский район занял важное место в газификации края. Мы получили спецнадбавку к тарифу на транспортировку. И Тальменскому району в этой программе мы уделили особое место, потому что это первый район, который был газифицирован в 1995 году. Самое большое количество распределительных газопроводов именно по Тальменскому району, это 9 газопроводов. Все это должно ускорить путь голубого топлива в дома жителей края. И это помимо государственной программы догазификации. Благодаря ей к газу смогут подключиться 6 тысяч тальменцев, а в рамках края больше 103 тысяч человек. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, «День с толком».